Друзья, последний репортаж был мой из этнодеревни центра Первопавловска-Камчатского. А теперь посмотрите, какая сзади меня красота просто-напросто. Вот. И меня привезли друзья. Вот сзади меня вы увидите сейчас просто. Вот, смотрите. Это бассейн с горячим источником. Называется лагуна. А если мы повернемся сюда, то вот они. У нас называются сопки, а тут называются природой. Здесь можно приехать. Здесь очень хорошая инфраструктура. Слушайте, мы из города ехали где-то полчаса с Петропавловска-Камчатского в лагуну. Так что это первый репортажик маленький, но будем дальше купаться, развлекаться, лечиться. Пока-пока.